Пенальчик с авокадятками. Авокадятки. Последний секретный подарок. И нет, это точно не носки. Это 100% не носки. Привет, мои золотые. Сегодня у нас новенькая распаковка крастибоксов. И не просто одного крастибоксика, а целых 10 штук. 10 крастибоксов. Представляете, у Красти почти полностью обновился ассортимент. И я заказала целых 10 коробок, чтобы с вами вместе открыть и посмотреть новиночки. И, кстати, не забывайте, что у меня есть собственный крастибоксик. Крастибокс Афинка. Если вы не знали, то как это вы не знали? Я не понимаю. У меня есть собственный крастибокс Афинка. И вот, кстати, предметы из него. Блокнотик, бутылочка, мягкая игрушка, поп-сокет, вот такой Афинка, такой классный. В общем, носочки еще были, но я их, конечно же, уже носила, поэтому их тут нет. Когда вы покупаете мой крастибоксик Афинка, то вы можете опубликовать фотографию в Инстаграм, и мы с Виталиком будем вас репостить. В общем, схема такая. Вы покупаете крастибокс Афинка, публикуете его в Инстаграме с хэштегом AfinkaMerch, а мы с Виталиком по этому хэштегу вас находим и делаем себе репост. Ну, в общем, все подробности у нас с Виталиком в инстаграмах в актуальном. Не буду сильно долго разглагольствовать, у нас все-таки с вами 10 коробок, и их нужно распаковать. Мне уже не терпится. Поехали! Итак, достаем первую коробочку, и это у нас бокс плюшевый. Вот такой вот плюшевый боксик. И давайте его скорее вскрывать. Где тут мои ножницы? Я без вас не открывала, поэтому я даже не знаю, что там внутри. Та-дам! Смотрим. Наклеечки. Как я соскучилась по этим наклейкам. Слушайте, ну они такие милашные, согласитесь. Они просто милота, милота. Пишите в комментариях, а что вы обклеиваете наклейками? Или вы просто покупаете наклейки и складываете куда-нибудь? У меня весь ноут обклеен наклейками. Причем наклейки из моего крастика. Мы там такие красивые, с Виталиком изображены. Кто замечал, что у меня ноут обклеен наклейками, пишите в комментариях. Так, тут еще есть секретный подарочек, но мы его в последнюю очередь откроем. Повязка! Это точно Виталик у меня ее отожмет. Посмотрите, какая она классная. Такая мигуська. А как вы думаете, кто это? Кто это? Это енотик? Или кто это? Или как его там, ленивец? Пишите в комментариях ваше предположение, кто это вообще может быть. Лама! Мигусенькая лама, как у меня. Где моя лама? А, вон она. Блин, вам не видно за этими крастиками, но когда я распакую все эти крастики, вы увидите там ламу. Просто эта лама сейчас поддерживает светильник, поэтому я не могу ее достать, честно, и вам показать. Поэтому дождитесь, пока все это распакуется, и вы увидите точно такую же ламу. О, она такая прикольная. Следующее, что тут есть в коробочке, это кошелек с единорогом. Какой же он классный, он такой мягенький, слушайте. Тут можно хранить свои деньжата. А деньжат у меня сейчас, кстати, очень много. Обычно у меня очень мало наличных денег. Я обычно пользуюсь или карточкой, или телефоном. Но после всех этих денежных мыл, денежных желей и так далее, у меня просто очень много налички, и кошелечек мне пригодится. Носочки такие тоже мягенькие, такие тепленькие. Несмотря на то, что на дворе весна, на улице было тепло. Мы взяли, отключили отопление в доме, а теперь ходим мерзнем. Надо, наверное, включить заново, потому что реально я хожу сейчас в теплых носках, и мне холодно, потому что на улице тепло, и мы решили, ну зачем нам то отопление, отключим. Короче, носочки мне точно пригодятся. И вот они реально, вот бокс называется плюшевый, и вот все в нем такое классное, такое плюшевое, и носочки тоже. Следующее, это ручка. Гляньте, она плюшевая. И она еще и разноцветная. У меня в школе была такая ручка разноцветная, я ее просто обожала. Ну, не такая плюшевая, не такая мягкая, естественно, а просто, что у нее было несколько цветов. Вот это придумали ж люди, а? Следующее у меня это блокнотик. Слушайте, столько много предметов, и они все такие мягусенькие. Этот бокс надо было назвать не плюшевый, а мягуська бокс. Если бы он был мой, я бы его назвала мягуська бокс. Это точно мягуська бокс. Класс! Это кто у нас? Ноудрама лама. Это лама. Все, я теперь знаю, какой у меня будет ежедневник, какой у меня будет блокнотик в ближайший месяц, или насколько мне его хватит. Там мне его хватит на дольше, чем на месяц, конечно же. Вот это я понимаю, вот так вот нужно начинать свой день и записывать свои планы на день. Вы просто представьте себе, вы такие утром просыпаетесь, открываете этот блокнот, берете эту ручку и записываете планы на день. Блин, круто вообще.
И, наконец-то, секретный подарочек. Я сначала угадаю. Я думаю, это носки. Та-дам! Да! Это носки! Слушайте, ну я прям Ванга, я прям все предсказала, что тут будут носки. И тут у меня котик, но он в каком-то кружочке. То ли в пончике этот котик, то ли я не знаю, в чем он. Пишите в комментариях, если вы знаете, этот котик в пончике или нет. Все, мы распаковали первый боксик. Я сейчас запакую обратно, чтобы убрать его. Ну слушайте, наполнение просто очень крутое. Все такое мягенькое, всего столько много и реально нового много. Раньше были такие мини-блокноты. Теперь посмотрите, какой огромный блокнот. Ручек раньше не было. Класс, просто супер. Первый боксик меня порадовал. Открываем второй боксик. Это у нас желтый бокс. Наверное, там все желтое. Вы только представьте себе, сколько у меня сейчас будет новенького. И как по-новому я обставлю свой шкафчик. Та-дам! Ой, наклейки выпали. Так, ну я его поставлю сюда, чтобы он мне не мешал. Так, вот такие вот наклеечки. Это снова точно такие же наклейки. И, кстати, вы заметили, что они точно такие же, но они желтые. Так что они попадают в тему этого бокса. Так, следующее, я тут вижу уже желтенькое. Это... Боже, тут и тот, смотрите. Во-первых, тут носки-ананасики. Очень крутые, красивые носки-ананасики. Мне показалось, что они пахнут ананасом. Нет, они не пахнут ананасом. Это у меня уже так мозг нарисовал, знаете. Вот это вот, я понимаю, носочки под кроссовочки. Крутые! И очень крутой стакан! Ну разве это не милая милота, а? Скажите, пожалуйста, как можно быть таким милым стаканом? Класс! Мне очень нравится, мне такое, знаете, летнее настроение сразу. Так, следующее. О! А такая повязочка, мне кажется, у меня уже есть. Я точно не помню, у меня очень много повязок, и я их использую на фотосессиях. Мне, во-первых, у меня несколько повязок лежит просто в этом, в тумбочке возле кровати, потому что когда я днем засыпаю, или когда я утром просыпаюсь, вот, например, там, в 6 утра открываю глаз, на меня солнце светит. Мне так лень вставать, эти шторы задвигать. И я такая рукой тумбочку раз, взяла себе повязку и сплю дальше. В общем, и на фотосессиях. Очень круто смотрятся на фотосессиях вот такие вот повязки. Короче, очень прикольная повязочка с ананасиками. Следующая у меня обложка для паспорта. Вот это милота тоже. У меня, по-моему, все милота. Все, что я не беру, я такая, вот это милота. Ну, если оно и правда милота. Скажите, пожалуйста, посмотрите, какие тут классные кошечки. Пора менять обложечку на своем загранпаспорте. Следующий у меня это блокнотик. Это просто автопортрет. Честно, посмотрите, это я. Я узнала себя. Это же я, хомяк спица. Это просто по-любому я. Я себя именно так и представляю, когда я в 12 часов ночи жру пиццу. Это позитивный блокнот. Что у нас тут еще есть? Оу, ланчбокс. Grassland Tower. Ничего не понятно, но очень красиво. Очень милая зайка. О, ребята, тут на защелках. Смотрите, тут есть защелки. И тут лав на защелках. Это тоже вот очень мило. Знаете, вот все в деталях. Вот мелкие детали, они все-таки создают законченный классный продукт. Блин, это очень прикольно. О, тут есть вилка-ложка. Гляньте. Суперский ланчбокс, смотрите. В принципе, не сильно вместительный, но что-то такое мелкое можно сюда положить. Закрываешь, тут у тебя вилка-ложка, вообще крутяк. Потом раз, хопс, ну хопс, о, хопс и хопс, все, класс. Так, следующее. Следующее это пенальчик. Банана милк. Ну, как вы знаете, бананы я не люблю, но принц с бананом я люблю. В общем, вот такой вот банановый пенальчик. Очень классный, очень вместительный. Подойдет как для ручек, карандашей, так и для какой-нибудь косметики. И, наконец-то, сюрприз. Нет! Смотрите, тут еще попсокет есть. Обожаю попсокеты. Я своим пользуюсь. Мне он очень нравится. Уже не представляю, как это чехол без попсокета. Он как будто голый, он как будто неполноценный. Вот, а тут попсокет с ананасиком. Смотрите, какой классный. Кстати, заметьте, макарошки тоже желтые в этом желтом боксе. Итак, я думаю, там могут быть носочки или может быть маска для сна. Сейчас мы проверим. Носочки! Ой, у меня такие были, по-моему, с динозавриком. Они очень классные, но я их уже сносила. Все, супер. Супер, сразу забираю в свой гардероб, потому что они очень классные. Обожаю яркие носки. Итак, следующий у нас это лазурный. То у нас был желтый, теперь лазурный. Открываем. Та-дам!
Так, ну, секретный подарочек в последнюю очередь, конечно же. Так, я его сейчас сюда поставлю. Итак, у нас тут повязочка для сна. Голубенькая. Извините, не голубенькая, лазурная. И на ней нарисованы единорожки. Следующее. Попсокет. Боже, это же Мишка какой-то северный, классный, с чашкой чая. Какой хорошенький, ты мой сладенький. Такой классный. Следующее, это наклеечки. Снова такие же наклеечки, но теперь на лазурном фоне. Ой, снова обложечка для паспорта, гляньте. Она такая, знаете, морская, вот такая. Вот соберусь на море, надо переодевать срочно свой паспорт. И снимать сторис с таким паспортом классным. В общем, прикольная. Следующее, это блокнот. Нотик с очаровательным пингвиненком, который пьет свой коктейль. Следующее, я уже вижу, что тоже есть стаканчик. Стаканчик, а в нем носочки, как и в прошлом боксе. Слушайте, наполнение бокса такое огромное, просто очень много предметов. Это классно. Смотрите, какие носочки. Слушайте, эти повыше носки. Эти носки, они тут с этим, я не знаю, что тут нарисовано. А, это бумажный лебедь нарисован. Но они, посмотрите, высокие, а предыдущие были пониже. А еще такие ананасики, помните, они вообще были низкие. Так что тут несколько видов прям носков. У меня тут стаканчик с ламой. Он, кстати, меньше, чем ананасовый стакан. И трубочка. Трубочка с бантиком. О, ланчбокс. У меня такой уже есть. Он очень вместительный, он классный. Тут два отсека и ложечка. И милейшая совушка. Кстати, если вы не знали, то ланчбоксы можно использовать не только для того, чтобы засыпать туда обед свой, но и можно использовать для всяких мелочушек, потому что несколько ланчбоксов у меня стоит в гардеробной комнате. Я там храню всякие заколочки, резиночки и такие мелкие какие-то вещи. Очень удобно. Следующее, что у меня есть тут, это пенал. Снова пенал. Milk Original. То вы узнаете банана Milk, а это Original Milk. Тоже очень классно. Тут милейшие панды и очень вместительный. Зацените голубые макарошки. Простите, лазурные. И секретный подарок. Но мне кажется, это не носки. Тут что-то тверденькое. Мне кажется, это не носки. Но я не знаю, что это. Воу! Это точно не носки! Класс! Сияй ярче звезд. Гляньте, это или кошелечек, или косметичка. Это просто что-то невероятное. Это точно отправляется в мою сумку. Супер! Следующий бокс – это единорожки и коты. Открываем. Слушайте, а тяжеленький. Мне кажется, там что-то стеклянное, потому что стекло тяжелое и сам бокс тяжелый. Проверим мою интуицию. Та-дам! Снова наклеечки, но теперь на розовом фоне. Следующее – это у нас ежедневник волшебных идей. Вжух, и твоя гениальная идея записана с единорогом. Очень классно. Ой, ежедневник исполнения желаний. Вжух, и ты как единорог. Класс, смотрите, это двухсторонняя тетрадка. Вот это прикол. Чуть-чуть помятая, правда. Ну что, я думаю, она выровняется. Для красивых записей. Чистый лист, не повод ничего не записывать. Очень прикольный блокнот. Мне нравится. Следующее, это попсокет в виде котячьей лапки. У меня был такой, но я кому-то подарила уже. Уже не помню кому, но точно кому-то подарила. Обложечка на паспорт с котиком. Тоже у меня когда-то была такая, но я кому-то подарила. Ланчбокс круглый. У меня такого еще не было. С единорогами. Ой, тут один единорог радугой вот это вот делает. А второй ехидно улыбается. Какие-то злюки единороги. Прикольно. Слушайте, но это я точно приспособлю где-нибудь в заколках, в резинках или в каких-нибудь бусинках. По-любому очень классный. Или Виталик, может, у меня отожмет это для своих каких-то, не знаю, там, проводков, гвоздиков, батареек. Не знаю, по-моему, очень прикольно и очень вместительный. Во, я же говорила, но это, правда, не стекло, но это чашка. И она тяжеленькая, я же говорила, бокс тяжеленький. Чашка с котиком на одной стороне и с единорогом на другой стороне. Хорошенькая, миленькая чашка. Кстати, не забывайте, что крафти-боксы не только прикольно получать, но и приятно дарить. Это очень классный подарок. Следующие – это носочки. И это котик точно в пончике. Если тогда я у вас спрашивала, котик в пончике или нет, то это 100% котик в пончике. И что это?
Я сейчас в обморок упаду от этой красоты! Это бананка-единорог! Это просто незаконно быть такой красивой штучкой! Класс! Если бы еще рог выровнялся, зараза такая! Ладно, я его потом после видео выровняю. Это же такая милота, ребята! И, наконец-то, секретный подарочек. Это, может быть, носки? Но они большие какие-то носки, честно. Ну, такой объемный прям пакетик. Это не носки. Это сквиши. Класс. Смотрите, это единорог спит на облачке, и это сквиши. Пахнет. Не знаю почему, но оно пахнет печеньками. Или то я голодная? И следующий крастик – это микс. Интересно, что там замиксовано? Та-дам! Итак, наклеечки. Стакан! Смотрите, стакан в виде мороженого. Прикол. Так, а где трубочка? А что это без бантика трубочка? Я не поняла, где бантик на трубочке? Ну ладно, оно и так красивое. И снова ланчбокс, только уже другой. Слушайте, вы вообще считаете, сколько видов ланчбоксов? Мы открыли столько коробок, и везде разные ланчбоксы. Ланчтайм, спешл, ями. Ой, снова я, и снова хомяк. Смотрите, тут вилка-ложка и вот такой вот судочек. Супер! Я даже не могу вам сказать, какой мне ланчбокс больше всех понравился. Они все классные. Так, следующий у нас это вот такой пенал-косметичка с пайетками. Он двухцветный, я так понимаю. Вот, смотрите. Он серебристый, но если вы не хотите серебристый, то он может быть синий. Ой, у меня тут еще пайетки. Гляньте, это блокнот, целый блокнот с пайетками. Интересно, тут рисунок такой, а если я так... Другой будет рисунок или нет? Проверим. Смотрите. А, он просто серебристый становится. А тут... И тут тоже, гляньте. Он розовый с рисуночком или серебристый. А внутри просто листочки в линию. Следующий у нас это снова обложка на паспорт, только на этот раз с зайчиком Need More Coffee. Блин, это тоже я. И вот еще такая собачка. И секретный подарочек. Ну, это точно не носки, это что-то... А, это попсокет, это попсокет. Смотрим. Черный переливается, такой стильный. Я его Виталику предложу, может он захочет. Следующий боксик это розовый боксик. Открыли. Так, секретный подарок, как обычно, в последнюю очередь. Наклеечки. Пенал. Пенал, кстати, больше, чем те милк-пеналы. Этот с макарунсами, и он реально больше. Снова кружка с носочками. Тут собачка и пончики. Розовые носки. И розовая чашка с трубочкой с бантиком. О, игрушка-единорог. Вы просто не представляете, какая она мягенькая. Это просто ASMR. Сейчас я вам в микрофончик запишу. Приятно мять, и звук такой классный. И снова обложка для паспорта, только на этот раз розовая, с единорогом. Прям девчачья-девчачья. Карандаши. Интересно. Такого у меня еще не было. Розовые карандаши. Дом там, где твой кот. Прикольно. Так, следующее это блокнотик. Кстати, я такая хотела сказать, такое все классное, такое розовое, какое совпадение. А потом вспоминаю, что это розовый блок. Какое совпадение, да? И, о, попсокет с единорогом. Смотрите, какой классный единорог. Скачет и вокруг него сердечки. А какие красивые тут макарошки. Они необычные, класс. Думаю, носочки. Я такая, на каждый секретный подарок я такая, думаю, носочки. Это не носочки. Это пенал. Смотрите, тут единорог. Класс. Пенал с пайетками. Очень красивый, стильный, блестящий. Мне нравится. Это косметичка и пенал. Два в одном. Следующий бокс зеленый. Ох, сейчас все зеленое будем доставать. Та-дам! Смотрите, какая яркая маска. Я прям вижу уже себя на летней фотосессии в этой масочке. Наклеечки, куда же без них, только на этот раз на зеленой подложке. О, блокнотик с кактусятами. И обложка для паспорта тоже с кактусятами. Что это за яркая прелесть? Носки с авокадо. Очень милый, очень классный. И мягуськи.
Пишите в комментариях, какие носки вам запомнились больше всего. Каждый раз следующие носки затмевают просто другие носки, и я забываю, что там были за носки. Но я помню, что мне понравились очень ананасики, мне понравились желтые с дракончиками, и вот эти, это тоже мои фавориты. Ланчбокс, и снова он другой. Я в шоке, просто столько дизайнов ланчбоксов. Bobby Rabbit Happy Every Day. Милашные кролики. Открываем. О, тут не вилка-ложка, смотрите. Тут вилка-ложка. Ну, вы поняли, да? Там была вилка-ложка, а тут вилка-ложка. Прикольно. И вот такой сам ланчбокс. Кстати, мне кажется, или на ланчбоксе нарисованы кролики, а сам ланчбокс в виде жабки. Вот смотрите, если сюда смотреть, да, мне кажется, в виде жабки. Так, поп-сокет с летними какими-то растениями. Я не помню, как это называется растение, но это домашний цветок, я не помню. Если вы помните, напишите в комментариях, как он называется. Пенальчик с авокадятками. Авокадятки. Но по размеру он такой же, как вот те милк-пеналы. И секретный подарочек. Носки. Ладно, все, это не носки. И сейчас такая, блин, это носки. Нет, правда, это не носки. Это маска для сна в виде совушки. Верю в сказки. Я верю в сказки. Следующий бокс у нас космический. Тяжеленький, там по-любому чашка какая-то. Та-дам! Ой-ой-ой. Так. Это я улетаю от проблем. Блокнот-раскраска. Класс. Я вся такая неземная. Гляньте на эту ламу. Супер. Блокнотик и внутри блокнота раскраски. Слушайте, ну это супер. Это настолько поднимает настроение. Следующие у нас наклеечки. И они на космической подложке. Вы посмотрите, такое видели? Я думала, она бывает только однотонная. Она тут прям космическая. Следующая это маска для сна. Follow your dreams. Кстати, это необычная маска, есть обычные маски, а есть маски с вот такими вот кармашками. И туда, по-моему, вставляется что-то вот холодненькое, знаете, на глаза холодненькое. Делают компрессы, чтобы отеки там или что-то такое, ну, короче. Те, которые не высыпаются, они знают, как это работает. Я, честно говоря, не знаю, как это работает, я не пробовала, но я знаю, что есть такие гелевые какие-то основы, которые в морозилку кидаешь, замораживаешь, потом надеваешь в маску и вот так вот кладешь на глаза. О, а я же говорила вам, я же говорила, что тут кружка. И в кружке, между прочим, поп-сокет с космонавтиком. Ну а сама кружка просто космос. Так и написано. Также тут есть блокнотик с совушкой из космоса. Это значит... Ой, совушку кто-то запустил в космос. Обложка для паспорта «Бесконечность». Вау, косметичка. Внеземная красота. Хьюстон, у нас проблема. Кстати, косметички у меня еще не попадались. Супер вместительная, гляньте на нее. Ну, красота-милота. Что я могу сказать? Ежедневник, звездный ежедневник Space Chic. Очень красиво выглядит, он прям запаянный. Сейчас мы его распакуем. А, пахнет новеньким. О, так это реально ежедневник с датами, слушайте. Причем не датированный, который на заводе датируется, а тут есть место для даты, ты сам пишешь дату и отмечаешь, какой день недели. И отмечаешь, что важное на сегодня. Супер, я попользуюсь. Я, честно, не пользуюсь датированными ежедневниками, для меня это как-то не очень удобно, но я хотела бы попробовать. Все, я попробую точно этот ежедневник. И секретный подарочек, это что-то тверденькое. Воу, что это? Жестяное? Как вы думаете, что это? Это такой кошелечек или для чего это? Я прям, честно говоря, не знаю, что сюда класть. Если у вас есть предположение, если вы знаете, для чего это, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я даже не знаю, что сюда класть. А, вот и лама, вы увидели, вот лама, которая держит инопланетянина. Ну что ж, открываем следующий боксик, и он называется фиолетовый. Та-дам! Блин, да тадамкалась. И выпал у меня поп-сокет с очаровательной собачкой, с конфетками. Класс, такая класснючая. Еще в боксике есть вот такая вот обложка на паспорт. И вот такой блокнотик с единорогом. Все, конечно же, милейшее, кстати. Они точно такие же, как... А, нет, я что-то подумала, что они точно такие же, как на наклейках. Но нет, единорог. У нас единорог такой попадался на чашке, если вы помните. О, стаканчик. Ой, это, мне кажется, такой же стаканчик, как у меня, да? Не, не.
немного другой, но очень похож. Как вы видите, у меня почти все тут заставлено предметами из крастиков, потому что они очень-очень красивые. Вот так выглядит стаканчик в собранном состоянии. Ой, носочки! Такие носки у меня уже были. Вот где-то в каком-то боксе они попадались. Что это за мягуська такая? Это типа единорога, тоже антистресс-игрушка, только это пингвин. Фиолетовый пингвин. Карандашики, просто космос. Вот такие вот три карандаша. Так, у меня тут что-то такое интересное. Слушайте, это русалечий хвост. У меня, кстати, следующий боксик, вот последний, это русалка. И я думаю, это как будто с него. Смотрите, это сумочка. Класс! Это сумка в виде русальего хвоста. Что может быть круче? Вот это вот я луки соберу с этой сумочкой. Блин, мне нравится. И она в пайетках, и можно ее сделать другим цветом. Смотрите. Хоп, и она уже зелененькая. И секретный подарок. Предположу, что там носки. Ну, правда, очень похожи. Не носки. Это кошелечек, единорог. Ой, мы открывали точно такой же, только другого цвета. Только теперь он коричневый. И последний на сегодня бокс. Кстати, тяжеленький, думаю, там кружка. Это русалка бокс. Интересно, мне попадется еще хвост русалки? Та-дам! Наклеечки. Ланчбокс и другой. Ребят, 10 боксов открыла, 10. И везде разные ланчбоксы. Это очень круто. Тут ланчбокс с русалкой. И он прям двойной какой-то, смотрите. Раз и два. То есть тут два блюда можно сюда положить. Мне кажется, этот бокс выигрывает мой личный рейтинг. Мне кажется, он самый классный. Это не чашка, это кружка. Она очень круто выглядит. У меня есть победитель по кружке. Слушайте, она керамическая. Слушайте, тут есть еще листочек меры предосторожности. Это стекло. Стекло чувствительно к перепадам температуры. И тут рекомендации, как ее использовать, эту чашку. Точнее, кружку. И трубочка розовая. Слушайте, ну это очень круто выглядит. Суперская банка. Так, следующее у нас это волшебство там, где в него верят. Смотрите, единорог с хвостом русалки. Это блокнотик. И паспорт единорога. Обложка для паспорта. Класс. Только она тоньше, чем все остальные. Она чуть-чуть из другого материала состоит. Следующая это ручка. Тут единорог тоже с русалищим хвостом и ручечка. Так, следующее это блокнотик. Смотрите, мечтай, сияй. Теперь тут не единорог, а кот с русалищим хвостом. И внутри просто листочки в клеточку. И последнее, что тут есть, кроме секретного подарка, это вот эта сумочка с хвостом. Уже вторая. Мне она так нравится. Так, все, боксик мы разобрали. И теперь последний секретный подарок. И нет, это точно не носки. Это 100% не носки. Тут что-то есть твёрденькое. Финал банан. Супер. Мне нравится. Вот это я понимаю. Вот это понимаю финал. Класснючий. Надо его Виталику подарить, потому что он любит бананы. Он в Among Us играет вечно в шапке банана. И вот ему финал. Ну все, я распаковала все 10 боксиков. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите обязательно в комментариях, какой бокс вам понравился больше всего. Я не могу выделить какой-то один бокс, потому что они все очень крутые. Но я поняла, что больше всего мне в боксах нравятся ланчбоксы, потому что они такие разные, такие крутые, такие классные, там вместительные, красивые, еще и с вилками, с ложками. И, конечно же, мое сердечко покорило вот эта вот кружка-банка. Она очень классная. А что говорить вообще о сумке? Вот-вот что покорило мое сердечко. В общем, ставьте пальчики вверх. Я вас буду ждать в комментариях. Обязательно пишите, какой бокс вам понравился больше всего. Заказывайте боксы себе или на подарок. Также не забывайте заказывать мой крастибокс. Он тоже очень-очень классный. Ну и до встречи в следующем видео.